Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И несколько дней назад, может быть неделю назад, может чуть больше, у нас на канале произошел релиз. То есть я говорил о том, что у нас появится несколько новых методик, которые мы используем. Не очень часто, может быть, но иногда используем. И это, в общем-то, свершилось. Мы сейчас с вами находимся на странице нашего сайта под пунктом 4.1.1. Это бланковые методики в разделе номер 4 «Продукция лаборатории. Качественные методики». И здесь большая таблица. При нажатии на любую из этих методик они у нас предлагаются. То есть мы их можем реализовать, продать как физическим лицам, так и юридическим лицам. Здесь в разделе номер 4 «Диагностика эмоционально-волевой сферы» появилась новая методика. Мы долго спорили и думали, куда же ее все-таки отнести. Вообще в основе своей, да, то есть качественной ли она является, эта методика, или количественной. Потому что там есть и формулы тоже подсчета результатов. Но тем не менее, все-таки поскольку в основе основ этой методики, а именно, я не произнес этого слова, методики «Hand-Test», то есть тест руки, если перевести этот тест на русский, в основе методики лежит все-таки проективный подход. В связи с этим было принято решение, что все-таки это является качественной методикой, даже с попыткой этой методики ее формализовать, но она как бы содержит в себе ряд формул, которые можно использовать при обработке результатов. Кто-то их использует, эти формулы, кто-то не использует, останавливается исключительно на качественном анализе полученных результатов, не прибегая к каким-то расчетам, то есть количественным показателям. Кто-то, наоборот, полностью из моих коллег использует эту методику, то есть и качественно ее анализирует, и количественно. В общем, у каждого человека свое. Я говорил в предыдущем видео о том, что этой методикой надо жить, работать с ней постоянно, не обращая внимания на все остальные методики, использовать, 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 нарабатывать опыт. Как говорится, опыт лежит в основе интуиции, ну и, собственно, вообще всех остальных процессов специалиста, который действительно хочет стать таковым в большом, мощном смысле этого слова. Каждой этой методикой надо пользоваться. Самая любимая моя методика – это Домбору-Бинштейн. Значит, самооценка по Домбору-Бинштейну. Ну, пользуюсь я и Татом, и Розенцвейгом. Очень люблю Розенцвейга, надо сказать, тоже. Хенд-тест я использовал в свое время в меньшей степени, но, тем не менее, методика совершенно объективна. Давайте мы попробуем перейти на страницу этой методики. Она у меня уже здесь открыта. Раздел, как я уже сказал, 4. Соответственно, речь идет о методике 4.1.1.0.34, всего 34 бланковых качественных методики мы предлагаем, и здесь можно об этой методике почитать. То есть почитать о том, что она из себя представляет, а именно то, что она, как я уже сказал, является проективной методикой, и краткие сведения о том, что изначально закладывали в эту методику автор. Их было несколько, то есть изначальная методика англоязычная, затем она была адаптирована российскими, советскими еще в то время исследователями, психологами, и, соответственно, она применяется некоторыми специалистами в своей работе. Как правило, это специалисты медицинского профиля, то есть это медицинские, в скобочках, как говорится, клинические психологи, как сейчас принято говорить, психофизиологами. Она тоже применяется на предприятиях. Я знаю таких людей, непосредственно с ними общаюсь и работаю. Соответственно, почитав об этой методике вкратце, вы можете перейти на страницу «Купить сейчас». Здесь будет открыт страница прескурантов цен и бланк заказа. Значит, соответственно, можно скачать прескурант цен и, соответственно, приобрести эту методику. Давайте я перейду. И приобрести эту методику, а именно хенд-тест, тест руки, как физическим лицам, так и юридическим лицам, работающим где-то на предприятиях, в клиниках и так далее. Выйти на свое руководство и сказать, что вот мне необходимо работать с этой методикой, она мне необходима, и работать. В клинике работать ей можно и нужно. Очень интересные результаты иногда получаются. Одним словом, вот такой вот уже не релиз, а констатация факта того, что можно эту методику приобрести и пользоваться ей в своей работе. Всего, я повторюсь, на данный момент мы предлагаем 34 бланковых качественных методики. На этом все. Будут какие-то вопросы, задавайте их под этим видео, пишите мне на электронную почту, и я попытаюсь вам что-то еще рассказать и показать. На этом все. Благодарю за внимание и удачи вам!